Греция погасила часть долга перед Международным валютным фондом, выплатив ему 310 миллионов евро. В общей сложности до конца марта Афины должны вернуть МВФ 1,5 миллиарда. В пятницу глава греческого центробанка Янис Стурнарас после встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом заверил журналистов, что сегодня греческим банкам ничто не угрожает, благодаря поддержке ЕЦБ. Банки достаточно капитализированы, их ликвидность гарантирована, так что нет никаких проблем с депозитами. Совершенно. Сейчас очень важно, чтобы следующее заседание Еврогруппы в понедельник прошло успешно, и мы все работаем в этом направлении. Греции ежемесячно необходимы 4,5 миллиарда евро, но возможности дополнительного финансирования крайне ограничены. Страна не может привлекать средства на финансовом рынке, а европейские кредиторы не торопятся с предоставлением нового транша программы помощи в 7 миллиардов, требуя от греческого правительства выполнить обязательства по реформам. Пытаясь снискать их расположение в преддверии заседания Еврогруппы, Афины направили в Брюссель обновленный список планируемых реформ, в который внесли два дополнительных пункта.